Короче, всем приветик, ребята, это Алена, и это разоблачение Венди. Давайте посмотрим на аватарку. Она такая же, как и шапка. Хорошо, ну хорошо. Посмотрим даже на эту шапку, и мы не видим, что вместо га тут ча. Гача по слогам. И еще мы заметим, что у Венди есть сигарета. Но как? Это же не понять, что это такое. Дальше. Вы знаете, что видео про стиль Венди удалилось. И, наверное, удалилось, как и сообщество. Короче, в первой кладке Венди говорит, что у нее выпали зубки. Сколько лет Венди уже? Давайте послушаем. Вот это видео. Да-да, тут госп. Ну, потому что видео про стили удалилось, и мы будем смотреть это видео. Да и рисовка неплохая, но сделана довольно лениво. Ей 15 лет. И я вспомнила историю про Кати Пэк. И у меня один вопрос. Что она ела сейчас? Значит, что Венди это Кэти Пэк? Нет, следствие теории. Она взята из видео истории из детского лагеря. Посмотрим, что в начале. Посмотрим любой кусок из этого видео. На следующее лето я уже поехала в лагерь на море, как и хотела. Вот, вы слышали. Она сначала говорит, что она он. А потом она говорит, что она. Значит, да, Венди это робот, и она меняет пол. Вот и все.